Оптический прицел Nikko Stirling Panamax 3.9 на 40. Интернет-магазин «Попади в десятку». В комплекте у этого прицела прозрачные крышки на резиновом жгуте. Также есть тряпочка для протирки оптики. Механизм настройки прицельной сетки находится под металлическим колпачком. Дополнительных инструментов при регулировке не требуется. Кольца регулировки кратности увеличения и настройки диоптрии находятся на ближнем конце прицела. Так выглядит его прицельная сетка. Подсветки у нее нет. А такая у этого прицела кратность увеличения на разных значениях. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.